Это Гаперона. Она живет здесь 20 лет. Ей очень нравится здесь жить. Достаточно тепла, влаги. А такие гапероны вырастут у вас на участке или у меня на участке. Потому что их достаточно просто здесь найти и сделать свой сад мечты, который будет использовать лучшие традиции агрокультур, строить дома из бамбука, своего уникального дизайна. В общем, все материалы для полноценной работы новой киностудии, которую мы здесь делаем круче Голливуда, потому что они забыли, что такое слово «холли». Холли – это священное. Вот, а Перу знает, что такое священное. Поэтому настоящий Холливуд, настоящее дерево здесь, настоящие священные места здесь. Вот, поэтому наш офис будет располагаться здесь. Здесь мы сможем с вами прогуляться, получить необходимые рекомендации по проживанию вашего следующего дня жизни, скорректировать планы на месяц, на год в вашей жизни и выработать нового персонажа для представления себя в новом виде, в новом теле, видео, YouTube, Instagram, Telegram, шоу. Вот. Я главный ведущий, главный командующий этого события, которое будет прекрасным вашим жизненным опытом среди вот таких могучих деревьев. Вот. Люди здесь прекрасно отдыхают, делают свои сувенирчики маленькие. Вот. Ну что у нас здесь делают? Посмотрим. Вот семья у нас разместила. Вот они сделали эти сувенирчики и здесь подают, потому что они здесь живут. Вот такие вот перуанцы. Привет-привет. Вот. Вот девчонки. Шипибо, шипибо. Вот такую песню нам подарили девушки из Шипипа деревни Сан-Франциско. Спасибо, Перу. Gracias.